В Государственной Третьяковской галерее открылась экспозиция из собрания Чувашского художественного музея. Такие выставки региональных коллекций проходят уже 20 лет в рамках проекта «Золотая карта России». Какое впечатление оставил вернисаж у зрителей и самих организаторов, расскажем далее. Выставка Чувашского художественного музея юбилейная. Наш музей стал 40-м на золотой карте России. Одноименный проект опровергает расхожее мнение о том, что истинные сокровища хранятся только в столичных собраниях. Напротив, сотрудники Третьяковки таким образом знакомят москвичей с региональными коллекциями, поскольку в них можно найти подлинные шедевры русского изобразительного искусства. Наша экспозиция – лучшее тому подтверждение. Две принципиальные работы Петрова-Водкина – причем такого значения и уровня, которому может позавидовать даже сама Третьяковская галерея. 5 работ Николая Фешина. Для сравнения, в Третьяковской галерее всего одна небольшая картина Николая Фешина. Почувствуйте. Прекраснейшая ранняя работа Роберта Рафаэловича Фалька. И это авторство было установлено и подтверждено в результате уникальной реставрации, через которую прошла вся коллекция, представленная в Москве. Всего в экспозиции 76 произведений живописи. В выставочном каталоге значатся и такие известные фамилии, как Крамской, Перов, Тропинин, Маковский, Куинджи. Словом, коллекция русских художников 18-го, начала 20 веков в Чувашии действительно впечатляющие. Шикарная выставка, потрясающие картины и в Москве. И всем сейчас сделал пост, чтобы все чуваши не шли, а бежали на эту потрясающую выставку очень интересных картин. Я думаю, будет интересно для самой широкой публики, и все оценят эту выставку, какая она светлая, яркая, прекрасная, интересная. Думаю, она будет иметь успех. Экспонироваться в Третьяковской галерее – большая честь для любого музея. Подготовка к этому событию длилась целый год, и посвящено оно столетию чувашской автономии. 51 произведение представлено на этой выставке, прошли реставрацию, полную всеобъемлющую реставрацию. Это очень серьезная сумма была выделена из бюджета Чувашской республики, целевые средства. Дальше эти все произведения были одеты в рамы. Это соответствует требованиям Третьяковской галереи. Ну и, соответственно, приведение в экспозиционный вид – это для нас, для музея, это очень важно, потому что так произведения не выглядели с момента их написания. Произведения из собрания Чувашского художественного музея в Третьяковке будут экспонироваться до начала июня. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, «Республика», Москва.